Всем огромный привет! Всем приветики! Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас жизнь про Германию. Жизнь про Германию? Жизнь про Германию? Да. Что я говорю? На повестке дня мукбанг. Смотрите, да. Какие запеченные роллы. Домашние роллы сегодня. Там вот у нас Филадельфия. И обычные. И обычные, вы уже видели. Так что, ребятки, ставьте лайк, не забывайте. Вот палочки. Да, я нашла. Оказывается, они были. Да. И да. Знаете что? У нас, я там, по-моему, говорила уже в прошлом видео, у нас не было уксуса никакого, представьте. Ни для риса специального, да, вот это для суши. Для суши уксус, который. Ну, для риса. Ну, вы поняли. Его не было. И обычного уксуса тоже не было. И подай стаканчик свой. Я нашла лайфхак, как можно заменить этот уксус АСМР. Чем можно заменить этот уксус? И что вы думаете? Настя, расскажи, чем мы заменили. Заменили, нашли рецепт, посмотрели других блогеров. Они рассказывают и в интернете, в гугле, где угодно есть. Если нет дома у вас даже обычного уксуса, можно заменить на лимонную кислоту. Или нет специального, который для этого риса. Или лимон можно выдавить, сок заменить. Немножко использую. Так что мы вышли из положения, но сейчас узнаем, как оно по вкусу. Ничего вообще не ели. Ну, Настя ела отбивные утром. Я утром. Уже по 100 раз это говорю, конечно. Поздно вернулись. А знаете, сколько сейчас времени? На данный момент 11... Сколько? 11:35. Настя уже ест. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайк на это видео, на этот мукбанг. Да, Настя, ну прожуй. Ты что? Пожалуйста. Берем ноль. Я хочу есть. И делаем вот так. Вкусно. Я хочу кушать. Все очень просто. У нас роллы без огурца, только с авокадо. Ну реально, я считаю, что мы правильно сделали, что так сэкономили. Ой, теперь я не прожую. Да? Целый рис нори. Вкусно? Угу. Вот, выкручиваться можно. Нет укуса. Так, рис хороший получился. Есть лимонная кислота. И все. Это сильно горячий, да? Да, может уже и остыли. Сладенький такой какой-то рис. По рецепту делать, как все говорили. Две ложки сахара, столовых одна чайная ложка соли и на кончике чайной ложки лимонная кислота. Это, по-моему, даже соевый соль. Давайте вообще лимонку. Вкусно. Очень вкусно. В общем, Нори. У нас есть новость. Простите. Новость. Ты до сих пор его жуешь? Ого. Я васаби себе добавляю. Я такая голодная. Я расскажу новость сейчас. Бомбу свою испытываю. На прочность. Аккуратно. Все. Так, смотрите, я вам сейчас покажу. Окей. Не профи. Я не профи. Да, мама, быть не видно вам. Ось. Рыбка. Авокадо. Так, то ж я сделаю. Очень вкусно. В общем, рассказываю новость. Сегодня мы виделись с Мариной. И мы ее еще неделю назад
попросили узнать, есть ли места на какую-нибудь работу у нее на работе. Прошла неделя, и она нам сегодня сообщила, что да, есть на мини-джоб. На мини-джоб и на кухню. На кухню, ребята. На кухню. То есть это, как Марина объяснила, в обязанности будет входить бутербродики какие-то делать, разогревать там такое. Это я смогу. Хочу сказать, поесть. Да мог вам. Надо подносик доставлять. Доставлять, разносить, чаечки. Там, если будут, кто-то потребует там чай заварить, да. Короче, на кухне. Идешь и делаешь это все. Работа на кухне, ребят. То есть физически там надрывать спину не придется. Поэтому пока она предлагает, ну, точнее не она, а у нее на работе есть такая возможность, что можно туда устроиться. Ну просто знаете, мы так думаем, ну блин, спросим, а вдруг? И вот она узнала и сегодня нам сообщила, что есть все-таки. Это будет отличный вариант практиковать язык с носителями языка немецкого. Они, Марина говорит, любят поговорить. Да, первое время это будет проблемой лично у меня. Но при этом я захочу еще больше изучать немецкий язык. Да. А я буду приходить домой и думать, что же она мне сказала, теперь я должна думать. А что то значило, что то, то, то. И потом уже деваться не будет, куда придется конкретно изучать. И она узнает, как там по времени. В общем, у нас же курсы. Так что она все это уточнит, чтобы совпадало. Получится так или нет. Конечно, не хочется прям загадывать наперед, но я все-таки надеюсь, что все получится, ребят. Простите, я не могу палочками взять. Очень большой ролл получился в Филадельфию. Поэтому это будет сейчас в камере. Курсы мы сейчас не можем бросить. Мы хотим получить все-таки сертификат этот, отходить курсы. Тут осталось чуть-чуть. Поэтому курсы мы не бросим. Вот. Я на тебя не смотрю, кстати, когда ем, Настя. Я потом пересматриваю видео, и тогда тебя вижу. Белка. И думаю, как она успевает. Или хомяк. Так что, в общем, не знаю. Или я чайка. Очень надеюсь, что все получится. Таблеточку можно? Спасибо. Да, будем стараться максимум усилий, 100% уже. Главное, чтобы со временем нас совпало. Ну да, вот это сейчас самое главное. Еще для нас это очень удобно, очень рядом. Да, здесь добираться вообще минут, ну, 15 на автобусе. Шикарно, я считаю. Для меня это самое важное в плане работы. Не только для меня. Но для начальства. Не так опаздывать постоянно. Не дай бог. Ну да, допустим, если забираться на работу на поезде, это очень проблематично бывает. Не, не хочу так. Потому что бывают эти все забастовки. Все и... это. Не вернешь. Ну, даже если будет забастовка, то можно пешком дойти. Конечно. Или опоздание транспорта, как тоже частенько бывает. Поэтому, не знаю, может, я поторопилась, что говорю об этом здесь. Не знаю. Может, и правда не надо было говорить. Не знаю.
Ну, уже сказала. Я убрала живот. Очень вкусно получилось. Да. Большие вот, знаете, только. Но вы, может, кто-то там напишет, боже, какая Филадельфия огромная, я вам больше скажу. Есть доставки там в странах СНГ, Украина и так далее. И есть дорогие доставки, и их крупные, вот такие вот, Филадельфия, там другие. Прям огромные. Огромные, да. Так что я не одна такая, что делаю. Тем более, это домашние роллы. На канале, кстати, есть видеорецепт, как Настя делает. Ну, тогда классно, что мы вышли из ситуации и этот уксус заменили. Великая сила интернета. Что угодно можно найти. Сам себе мастер станешь. Вот в квартире там, да, что-то починить и так дальше. Подкрутить и так далее. Хорошо, что мы этот сдержались и нигде ничего не поели. Да, представьте. Особенно в Маке этом. Мы бы сейчас бы либо в Макдональдсе, вот. Оставили бы, да. На суши нам... 28. Да, 28 евро вот это все. Ну, вы же понимаете, 500 грамм рыбы, потом авокадо штучка, рис. Сыр. Сыр по акции 99 центов. А сыр для запеченных, сыр обычный, твердый. И майонез. Ну, майонез для шашлыка нужен. Да, майонез был для шашлыка, вот и мы заодно использовали, да, для запеченных. Сою у нас оставался. Ну, как бы 28 евро или 20 евро за маленькие, сколько там, 8 штучек. 8 и 8. Ну да. Ну, Насте 8, и мне 8. Ну да, 18 евро, да? Так, да. Или даже больше. 19 по 9,50, да, по-моему? У меня 9,50, да. Поэтому уже дома приготовить, Коль. Опа, и каем уже, да? Что-то не просто. Да я даже не знаю, как ее есть. Настя. Да, но я не могу такую. Шутишь? Давай не надо мне. Я не знаю, как ее съесть. Настя, ну она вообще... Ну посмотрите. Ну посмотрите масштаб. Посмотрите. Старалась во всем. Это можно, знаешь, поштучно продавать, типа. Это один ролл съел, а я нет. Мне нужно много. Белиссимо. Ну да, забирай. Так попробую как-то. Это попка. Конечно, да, мы опять не прислушались к совету Кати. Хотя хотели, да, когда планировали, если будем когда-то делать, обязательно попробуем, как Катя советовала. Предварительно заморозить и засолить. Поняла? Забыли. Да. И этот. Ну, а мы же сейчас от так. От спешки приехали. Экспромтом. Да. Решились. Наша. Надо не забыть. Она чисто для ТикТока. Сидеть и вот так вот, как они делают. А? Так что, ставьте лайк. За мое поедание суши. На скорость. А ну, давайте, считайте, сколько в этот раз я съела рот. Напишите. Я надеюсь, за нас люди порадуются. Что мы... Ну да. Надеюсь, что все получится. Что люди порадуются. Реально они будут как-то негативить. Да, вы же не будете в дальнейшем писать уже, что... Буду, да? Да. Гнев. Моё дело идти на работу. Да. Хай-хай пишут. Як там, Наді дорогі, хай-хай пишуть. Ми їх всіх залишимо, бо не помню. Ну, риба такое имеет все равно. Пивкус, запах, да? Не, запах специфический. Ну да, рыбка отличается. Надо ее засаливать. Не сильно, но чтоб с этим. Бактерии нам, ты права. Да. С
Все, я не хочу. А, нет. Я не знаю. Ну, в смысле, ты мне что-то... Ну, это тут сама, блин, начинаю говорить об этом. Я же просто брошу его. Да все. Успокойся. Я ем. Ну, жизнь скажи, реально... что невкусно приготовила. Не, вкусно. Берет расстраивать. Я тоже была занята шашлыком. Вся при делах. Настя. Я уже не могу есть, кстати. Фух, все, наелась. Это уже можно завтра. На завтрак или на обед, или на ужин. Да ладно, шучу. Завтрак мы обычно не едим. Это обычно либо обед, либо ужин. А вообще должно быть по-нормальному. И завтрак, и обед, и ужин. Завтра у нас будет интересненькое видео. Да нет, мы будем брать себя в руки и ходить. Да, этого не будет. Надеюсь, скоро. Да, хотелось бы. Я не говорю. Интересно, на троллов поправляются? Я сегодня на Аню накричала, говорю, сегодня последний день. Я говорю, давай понедельник. Вот, ты на Аню накричала, будто бы это я тебя всегда заставляю брать сладкое. Я не говорю за сладкое. Ну, вообще. Сладкое, да, это мой, я всегда говорю, я не буду спорить, да, это мой большой минус. Все, но, последний, понимаешь, мы живем вдвоем, и как бы получается так, что вот там, типа, ты даешь там свой свет, чтобы приготовить ясу. И мы сходимся в том, что вот, надо там, это, допустим, да, тем более две девушки, что-то надо, хочется интересно, там, суши, там, еще что, там, или тот же борщ приготовить, но... Надо брать себя в руки и худеть. Вот, кстати, напишите, правда, будет вам интересно, если серьезно себя взять в руки, если мы это все не забросим, я надеюсь. Мы уже так говорили, а потом забросили. Я не знаю. Ну, надо делать это. Все, у меня так уж ты жить. Будем делать ветер. Дякую. Все, ребятки, спасибо за просмотр. Вы мы же наелись от души. Великое дякую. Да, пишите, что вы думаете. Ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь. Да. Желаем вам хорошего настроения. До новых встреч, ребятки. Пока-пока.